Еще раз говорим доброе утро, и нам приятно начать этот новый день с новых новостей и, конечно же, с премьер. Музыкальных премьер у нас сегодня в гостях Мариана Шура, которая представит в эфире нашей программы свой новый видеоклип. Мариана, доброе утро, добро пожаловать. Да, мы всегда рады вашим новым песням, новым видеоклипам. Ну, в двух словах, что это за работа? Долго вы не работали? Что за песня? Посвящена ли она весне? Может быть, не весне, а может, вообще не любви? Эта песня, давай скажем, посвящается всем женщинам, да, я так сама вот думала, начиная с песни, да, потому что видеоклип не был бы без песни. Эта песня, наверное, для женщин, которые влюблены, которые себя чувствуют очень счастливыми, которые как бы живут красиво, да, потому что в эту песню, даже песня называется «Amo viața frumoasă», у меня очень красивая жизнь, в эту песню я пою про то, что я влюбленная, что я счастливая, что у меня все есть, я благодарю Бога, что у меня все это есть, благодарю родителям своим, что они мне, давай скажем так, подарили эту судьбу, эту жизнь. И, конечно, в этом видеоклипе я постаралась сделать, ну как, показать, попросила и хочу сейчас поблагодарить режиссера Влада Ивашку, что мы с ним еще тоже поработали в видеоклипе «Евелина». Он постарался показать меня такую романтичную, да, что я такая романтичная женщина, и я сказала, я не хочу много сцен, не хочу в эту песню много таких, не знаю, там сюжетов каких-то. Просто эта песня должна как бы показывать женщину, которая женственность, да, да. И я постаралась даже в этой песне, в этом видеоклипе именно, чтобы у меня там не длинные какие-то там платья, но такие более романтические, такие вот, что даже прикалывался режиссер и эти все, ну, съемщики, когда они снимали, говорили, ой, тебе такие, все женщины, когда будут смотреть, вот такие они, вот не то, что что-то такое очень, я не знаю, экстравагантное, но вот именно они показывают в этом стиле романтику, да, вот женщина такая романтическая, такая счастливая, такая задумчивая. Мы услышали про платье, я думаю, нас уже услышали больше мужчины, заинтересовались, чем женщины. Но я говорю, из-за того, что у меня там все платья такие короткие, я уже посчитала нужным, когда я вот буду показывать, да, приходить в гости в разные там ТВ-каналы, одену длинные платья, потому что я считаю, что весна, она любит цветы, она любит яркие как бы цвета, краски. И вообще у меня такой вкус. Я очень люблю все, что было вот в цветах. Цветы такие яркие. Ну, у меня такие вкусы, и я люблю это, потому что не все люди могут одевать вот то, что одеваю я. Вот у меня здесь сережки, цветочки, здесь цветочки. Ну, вот такая вот жизнерадостная. Это мы увидим сейчас и в клипе, потому что там тоже действительно очень много цвета, какой-то насыщенности. Ну да, я говорю, мы постарались, чтобы человек или женщина, вот для кого, да, посвящается вот эти, этот видеоклип, даже и девочки, почему бы и нет, они когда посмотрят, пусть хоть в одну или в две сцены, они себя увидят, да, вот какой-то момент из жизни, почему бы и нет, потому что, конечно, жизнь бывает и яркая, и немножко не яркая, есть разные моменты, но, наверное, каждая женщина, смотрев этот клип, конечно, которая понимает, про что я пою, она может хоть и там в какой-то доли секунды себя там вспоминать какие-то красивые моменты из своей жизни. Да, я это хотела показать и не хотела грузить там глаза какие-то там, не знаю, какие-то там серьезные темы поднимать, да? Да-да-да. Там есть танцоры, хочу сказать большое спасибо Jazz Friends, которые они тоже показали в своих фигурах, да, вот как не знаю, вот влюбленную пару, да, давай так скажем. Есть маленькие так сцены, но вот вы сами посмотрите и скажете. А давайте действительно посмотрим, а потом продолжим разговор. Итак, премьера клипа на телеканале. Amo viața frumoasă. Ce frumoasă-i viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu, viața mea, acum
amor. Pentru dorul meu cel împărătesc, Doamne, astăzi vreau să-ți mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață. Ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu în viața mea acum tot ce-mi doresc, decât părinților să mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață. Оказывается, выглядит настоящая женщина, вернее, счастливая женщина Марьяна Шурман с премьерой нашей программе нового видеоклипа. Марьяна, вот для мужчин очень часто загадкой остается, может быть, цель женщины, да, вот быть счастливым. Многие говорят, что мужчины, ну, не делают нас достаточно счастливыми, да, но мужчины иногда делают все для женщины, при этом женщины недовольны. Вот для вас женское счастье, вы можете хотя бы, может быть, несколько моментов подсказать мужчинам, в чем оно состоит? Ну, конечно, я думаю, что каждая женщина любит не только как бы считать, что вот особенный день – это 8 марта или, не знаю, там, свое день рождения. В каждый день мужчина должен проявлять себя, внимание, там, заботу, утром, да? Поцеловать, доброе утро, или когда имеет возможность, конечно, может быть, чашечку кофе или чай, или вообще в течение недели предложить помочь, может быть, что-то приготовить. Спонтанно иногда может принести хоть один цветочек. Я очень часто имею цветы, потому что часто у нас есть концерты, и я, конечно, очень избалованная. Меня удивить цветами, конечно, редко можешь удивить, но для меня вот сейчас весна, я очень люблю сирень, я люблю, пионы, пионы, да? Пионы, очень, да. Это мои любимые лакримеры, как тоже ландыши. Это весенние цветы, это я просто от них балдею, мне лучше, чем кольцо, не знаю что, ну, конечно, я люблю колечки. Украшения, да? Украшения красивые, конечно, как любая женщина, но для меня не самое главное, вот что вот в этом году новые, там, кольцо с бриллиантами, не знаю что, любовь, аттитюдня, как отношения и внимание, да? Конечно. И в каждый день понемножку, и женщина своему мужу, как бы это все взаимно должно быть. А то, что, потому что, я думаю, для молодой, там, в 16-18 лет, конечно, любая девочка, ой, чтобы у меня там и цепочка-то, и то колечко, и не знаю что. А когда уже ты в течение жизни это уже имеешь, ты понимаешь, что самое главное – это чувство. Чувство и то, что вот любимый человек всегда там спрашивает, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь. Забота. Ты, забота. Да, забота. Ты просто чувствуешь вот эту заботу и эту любовь. Потому что любовь не можешь считать только, когда человек тебе, мужчина говорит, я тебя люблю, и тебя люблю, и я без ума от тебя, да? А ничего не делает, кроме этого. Это слишком мало. Только слова. Все, да. Спасибо за поступки, совет. Мужчину услышали. Поступки, да. Для меня самое-самое главное – это поступки. Потому
потому что слова они могут быть очень многие, но и много сказано, но любой поступок, он будет выше любого слова. Марьяна, мы вам желаем отличного дня. Спасибо, что вы встретили этот новый день вместе с нами и вам большое показали спасибо. Свой видеоклип нашим телезрителям. Будем ждать вас новыми премьерами. И вот да. С приходом Марьяны в студию чувствуется, что весна-то уже вот так, да, на 100% вот я вступила. Как весна, да. Пришла. Вам большое спасибо и надеюсь, в ближайшее время я приду к вам с новой песней. Очень интересная, очень такая... Ну, мне больше ничего не говорю. Всегда. Я только обещаю, что я приду к вам в гости. Всегда будем ждем. Ждать. Далее давайте передадим слово нашему коллеге Александру Виеру. У него тоже что-то красивое и интересное.